как положено друзьям. Все мы делим пополам, и снежинку, и дождинку пополам, 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 лам, лам. Дружба – это с кем ты дружишь. Ну, например, вместе играешь, вместе рисуешь. Нужно с ним, например, делиться чем-нибудь, делать ему хорошее. Вот, например, человек упал из велосипеда или с самоката, надо ему помочь. Да. И это называется дружба. Они мне помогают, а я им помогаю. И скажи, давай дружить, потому что я тебе помог. Он, конечно, согласится. Друзей? Может быть, они дружат с кем-нибудь, наверное, там 5 человек, 3 человека. Друзей может быть бесконечно. Вот у папы есть клиенты, он с ними дружит, а мама ни с кем. Кто кого хочет, того приглашает, и ну сколько они хотят, столько, ну они возьмут себе друзей и станет больше, чем больше, да. Тем лучше. А как нужно выбирать друзей? Например, по их красоте, если девчонки. Правильно выбирать друзей, просто нашел себе друга, с ним общаешься. Если это плохой друг, потом его теряешь. Если он хороший, нет, будешь всегда дружить. Я думаю, что это можно проверить его. Наверное, больше играть с ним. Когда он тебе подарил игрушку, ты тоже должен ему подарить игрушку. А я у них убираю за игрушки. Если друг будет, например, каждую неделю давать по несколько конфет, так можно дружить. Я всегда так. Приношу конфеты, я его угощаю, а он со мной дружит. Я приношу конфеты, они все равно со мной не дружат. Дружба просто ты должен сам найти и дружить, а деньги никакие не надо платить. Мальчики с мальчиками дружат, а девочки с девочками дружат. Потому что там все девчачьи, а у мальчиков только одни машинки. Ну, девочки, они могут легко поделиться, а мальчики, когда в 6-летнем возрасте, они вреднюки. Потому что девочки добрее, а мальчики очень плохо себя ведут, и с ними не дружит никто. Потому что мальчики, они могут драться, а девочки нет. Ну, девочки могут, ну, и когда-то поссориться, тоже девочки могут драться. Но они не слишком сильно дерутся. Или если кто-то поссорился, то значит, он больше с ними не дружит. Ну, например, кто-то жадничает, кто-то не дает. Из-за этого они могут поссориться и не могут дружить с ним. Это может произойти, если ты вредный, а если ты хороший, тогда нет. Что требовалось доказать.